Состояние, которого вам, невеждам, ни за что не достичь. Итог битвы между препаратами и разрушающимся телом. Мой организм превзошел все допинги. Чтобы поддерживать свое тело, я прошел через пытки. Я качался по 30 часов в сутки. Я терпел. Терпел эти пытки более 10 лет. И я превзошел препараты. Я сотворил чудо! И теперь с этим прекрасным телом я предстану перед Ханом Юнцером!